Настойка алкогольного экстракта ягод боярышника обыкновенного при введении крысам, получавшим гиперлипидемическую диету, может предотвратить повышение уровня липидов в плазме. Также наблюдалось значительное снижение липидных отложений в печени и аорты. Анализ профиля липопротеина в плазме показал, что алкогольная настойка боярышника обыкновенного вызывает значительное снижение повышенных уровней холестерина, триглицеридов и фосфолипидов во фракциях липопротеинов низкой плотности и липопротеинов очень низкой плотности у гиперлипидемических крыс. Гистологическое исследование показало сильную жировую вакуолизацию и дегенерацию печени крыс, получавших гиперлипидемическую диету. Применение настойки алкогольного экстракта ягод боярышника обыкновенного оказало улучшающее влияние на эти изменения. Электрофоретическая картина липопротеинов плазмы в агарозном геле также указывает на то, что препарат снижал повышенный уровень атерогенных бета-липопротеинов у гиперлипидемических крыс.